Все это упирается на такую глобальную основную проблему, о которой, я не устаю всем с вами говорить, это такое глубоко укоренившееся в обществе, в общественном сознании представление о культурной области как о маргинальной области. То есть это вот это представление, пронизывает буквально всю пирамиду сверху донизу, всю пирамиду нашего общества. И транслируется сверху вниз. Сверху вниз, если, например, говорить об общественных палатах в регионах, то я вот за эти полтора года здесь функционирования такого, я лично столкнулся с очень большой индифферентностью представителей региональных палат во всем, во всех проектах, которые, так сказать, в области культуры. И этот сигнал, он идет сверху. Вот он идет сверху, я, так сказать, вот на пленарном заседании совета тогда вот отметил зимой, что ни одного слова о культуре не было, например, в послании президента федеральному собранию, значит, меня поправили, но на самом деле действительно так. Вот, и это серьезно осложняет деятельность в области культуры в регионах. Вот этот стереотип, это губительный и такой вообще первобытный стереотип о такой остаточной маргинальности, значит, вот этого, так сказать, области культуры, в отличие от уже совершенно очевидного, просто, так сказать, такого тезиса, принятого в мировом сообществе, что культура – это важнейший ресурс экономического развития и социальной стабильности. И здесь у меня просто вот корыстная задача, так сказать, вот, если, так сказать, будет взаимодействие с агентством, использовать в том числе эту активность для того, чтобы донести этот тезис все-таки, так сказать, вот на самом верху и, так сказать, оттуда транслировать его вниз, о важности этой сферы.